что означает имя Альбертина, характеристика, совместимость, характер и судьба. Личность Альбертины – излучающий свет. Цвет – голубой. Основные черты – воля, интуиция, активность, сексуальность. Тотемное растение – черника. Тотемное животное – рысь. Знак – скорпион. Тип. Достаточно посмотреть в глаза девушки с этим именем, чтобы понять, каким был взгляд нашей праматери Евы. В них есть страстность первых утренних лучей. Очень нахальны, настоящие сорванцы, подкарауливают жертву, как их тотемное животное рысь. Взрослее производят впечатление людей, обладающих каким-то тайным знанием, читающих книгу жизни. Психика, интроверты, не поддаются влиянию, обладают невероятной памятью. Воля сильная. Альбертина хочет иметь все, и немедленно. Верит только в себя. Возбудимость сильная, что, к счастью, уравновешивается титанической волей. Скорость реакции, тип горячий и жаркий. Эти женщины оказывают всем сопротивление, что часто мешает им в жизни. Они мстительные гордячки, конфликтные и скандальные. Не слушают чужих советов, как бы полезны они ни были. Активность в школе, у них возникает много проблем, они спорят с учителями и особенно конфликтуют с учительницами. Мечта Альбертины – стать артисткой, художницей, певицей, скульптором. Интуиция – ими руководит ясновидение. Предчувствуют, отгадывают, обволакивают вас своим обаянием. Мужчины очень быстро убеждаются в этом. Интеллект слишком аналитичны. Их рысьи глаза ничего не пропускают. Благодаря миловидности и обаянию могут склонить на свою сторону не только близких. Восприимчивость, очень разборчивы, любят только то, что принадлежит им. Альбертина королева, нуждающаяся в подданных. Нравственность не слишком строгая. Им кажется, что они имеют право распоряжаться нравственными принципами и менять их по своему усмотрению. Здоровье, у них хрупкие кости и очень впечатлительный желудок. Не советуем пренебрегать диетой и поздно ужинать. Возможно, несчастный случай, связанный с автотранспортом. В детстве необходимо следить за глазами. Сексуальность, секс для них – это все или ничего. Все, когда любят, ничего, когда не любят. Поле деятельности – медицина, особенно парамедицина. Могут стать опытными инженерами. Умеют рассказывать и заставляют слушать себя. Общительность, принимает у себя гостей, которые им нравятся, прочих выставляют за дверь. Было бы отлично, если бы они выбрали себе мужа флегматика. Кстати, Альбертина любит коллекционировать мужчин без разбора. Заключение, сделать какой-то определенный вывод практически невозможно. Они постоянно все начинают с нуля, ни замужество, ни пришедшая зрелость не является для них препятствием.